Сегодня мы приехали в гости к Нурсу и Ажар Макзумовым. Отельные полотенца своими руками. Вот руки помыл. Как будто бы спонсор. И мы открутили ножки, теперь он издает такой звук. Ух ты. Каково это иметь мужа-шмоточника? У вас реально все деньги в обувь уходят? Так, а... Это сархыц со вчерашнего дня. Я хотела, кстати, мясо на стол поставить, но потом ладно. Ну, спасибо, что не поставили. Тебе так повезло иметь такую маму, которая готовит. Мы в Инстаграме смотрим, наконец-то мы сюда пришли и попробуем все эти явства.